За 20 лет они поставили 19 спектаклей. За 20 лет не раз побеждали в международных конкурсах. Совсем не детский юбилей готовится отметить детский музыкальный театр «Трубадур». Художественный руководитель Константин Магидин рассказывает, что все начиналось с народного театра. У него даже имени-то и не было. В 81 году при Народном театре в Лесохимике молодежная студия и дала имя этому коллективу. Емкая, звонкая, веселая. «Трубадур». За 20 лет коллектив повидал много. Были и переживания, и ссоры, и тяжелые падения. Но Константин Ефимович старается обо всем рассказывать с улыбкой. В Японии, я помню, мы были, и там разодрались. Я смотрю, там стоят американцы, корейцы, и смотрят какое-то представление. Я думаю, что-то они там смотрят. Я покажу, это мои дерутся. Сашка Шведов и Диана Гришина. Своих учеников Константин Ефимович вспоминает не только забавными историями. Говорит, многие сейчас работают в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге. Очень гордится, что эта жизнь подарила ему знакомство с преданными учениками, которые вспоминают о нем до сих пор. Когда «Трубадур» выезжает на конкурс, выпускники приходят на спектакли обязательно с большими букетами цветов. Отдыхать участникам театра практически не приходится. Утром школа, днем домашние задания, вечером репетиции. Чтобы даже немножко полениться, времени у ребят нет. Когда я иду на какие-то занятия, мне хочется, конечно, полениться, но каждый вечер, когда я думаю, что я иду вот сюда, в «Трубадур» именно, и когда я увижусь снова со своими друзьями и опять позанимаюсь, у меня лень прямо отпадает. И для детей, и для руководителя театра все то, чем они занимаются, очень серьезно. Главное в коллективе, говорит Константин Ефимович, уметь слушать друг друга. Если будет понимание и доверие между собой, то спектакли обречены на успех. Школа жизни здесь. Все, что в жизни, то в театре. И обиды, и нет понимания, и зависть может быть. И все с этим пытаемся как-то их, чтобы адаптировать, чтобы они благополучнее с этих выходили положений. 20-летний юбилей музыкальный театр отметит 27 января. Для актеров отпраздновать юбилей на сцене – самый лучший подарок. Для зрителей «Трубадур» приготовил оперу «Гуси-лебеди». С ней в прошлом году театр победил на всероссийском фестивале «Синяя птица». Обещают и сюрпризы, но увидеть их можно в день юбилея в ТКЦ «Братскарт». Илона Жукова, Руслан Сидорович, телекомпания «Город».